Видишь, великодушие без смирения – это что? Это гордыня. Это мания величия. Это порок. И смирение без великодушия – это лжесмирение или просто малодушие. Довольно часто ты видишь людей, да, которые ведут себя малодушно, и они говорят тебе, что это смирение. Это потому, что они о великодушии никогда не слышали. Когда ты говоришь о смирении с человеком 2 часа, надо обязательно 2 часа говорить о великодушии. Иначе он не поймет, иначе он будет думать о том, что смирение – это что-то вроде малодушия. Когда ты говоришь о великодушии с человеком, надо еще и 2 часа смирения говорить с ним, чтобы он понял, что его талант, его величие, собственное величие, собственное достоинство, талант, который у него есть, это не результат его работы. Это в основном дары, которые он получил. Получил от природы, от Бога. Это то, что ему дано. И человек, который этого не понимает, будет терпеть крах большой в своей личной жизни, потому что он слепой. Его великодушие – это не настоящее великодушие. Он слепой, он не понимает, что в основном все, что у него есть, это дары, которые он получил. А он думает, что это нет, это не дары, которые я получил, это результат моей работы, моей деятельности. Этот человек слепой. И этот слепой, он не может так работать много лет. Придет время, когда все рушится в его жизни. Ты строишь башню великодушия. Но если нет фундамент смирения, то есть самопознания, истиной, все рушится. Все рушится. Так что великодушие без смирения – это драма. Да, это драма гордого человека, который думает, что все от него, и не понимает, что он получает. И смирение без великодушия – тоже драма. Это драма малодушного человека, которая не понимает, что смирение – это самопознание, и что у него есть талант, есть возможности, и он должен в этом знать. В нем нет только слабости, в нем есть еще и возможности, и таланты, и смирение требует, чтобы он знал об этом.